что моя мама в ВКонтакте, вот, наверное, а папа в Одноклассниках. 35,5 температура. Вот, Маш, ты часто пишешь ВКонтакте? Фотки, видео какие-то или просто пишешь? Ну, в основном фотки выкладываю, а видео вообще не выкладываю. Пишу, ну, друзьям сообщения. Ага. Привет, а тебя как зовут? Милана, а ты часто пишешь ВКонтакте? Да, я тоже очень часто фотографии выкладываю и сообщения пишу друзьям. Ага. Я Оля, я в основном выкладываю фотографии и пишу сообщения. А вот если бы кто-то вам сказал, вот за эти фотографии, за видео, за... Все запрещал. За то, что вы пишете, ой, вы еще можете получать деньги. Вам это было бы интересно? Да. Да. А, и скажите, если вам это интересно, то почему вы бы хотели, чтобы вам за это еще и платили? Ну, наверное, интересно выполнять какую-то работу, попробовать на себе как бы шкуру взрослых, типа попробовать самому заработать. Ага. А тебе? Ну, так ты занимаешься как своим любимым делом, а так еще тебе за это и деньги будут давать. Угу. А ты чтобы... Просто легкие деньги, сидишь ВКонтакте, ничего толком не делаешь, тебе за это деньги платят. За эти материалы, да? Да. Ладно, давайте так, скажите свое пожелание тем людям, которые не знают, как заработать денег и думают, что вот жизнь не удалась, все плохо и все очень грустно. Ну, псаран! Не сдавайтесь. Да, не сдавайтесь, боритесь, постарайтесь сами добиться того, чего вы хотите, без помощи других людей. Потому что если вам начнут помогать, вы расслабитесь, у вас ничего не получится. Угу. Нужно добиваться своего, и надо придумать, и надо найти свой талант, чтобы им воспользоваться, когда нужно добыть деньги. Ну, не знаю. Нужно никогда не останавливаться на середине пути и всегда двигались вперед. Угу. Я не знаю. Две девочки не знают, две девочки сказали. Да. Три девочки сказали. Ага, то есть ты уже все посчитала? Да. Кто сколько? Вот такие люди. Ну, на самом деле, существует еще такая компания Z-Money. Я до Нового года начал там с ними контачить, и они говорят, хочешь вот зарабатывать деньги на том, что снимаешь фото, видео, пишешь. Я говорю, ну так-то интересно. Они говорят, причем пиши так, как ты пишешь, там фотографируй так, как ты фотоешь, видео снимай, как тебе нравится снимать. В общем, если вы захотите, я еще приду сюда, или вот Тане напишите, или мне оставите координаты, я вам потом напишу. Ну ладно, всем пока. Пока. До свидания. Кстати, а ваше пожелание на этот 2013 год, ну, скажем так, вот всем молодым людям, здоровья, молодежи. Здоровья и успеха. Еще раз. Здоровья и успеха. Счастья и любви. Угу. Стараться побеждать во всех своих начинаниях, любви, ну, счастья и здоровья. Здоровья, силы и добиваться своего. Угу. Быть красивым. О-о-о. Ha ha ha.